нам понадобится сегодня лист картона. Настя выбрала такой золотой, белый пластилин, желтый пластилин и зелененький пластилин. Сегодня у нас пластилин такой обычный, тугой. Мы его сейчас будем разминать и разогревать, чтобы он потом нам хорошо поддавался. Скатываем колбаску и отщипываем небольшие кусочки. Это у нас будут лепестки. Отщипываем кусочек, делаем маленький шарик, прислоняем его к листочку, нажимаем и протягиваем. Вот такой лепесток получается. Берем кусочек желтого пластилина, разогреваем его, катаем шарик и вставляем в серединочку. У нас будет такая сердцевинка у нашей ромашечки. Как такая пыльца, да, получается? Так, вторая наша ромашка. Лепестки немножко разные. И вот, ой, какая прям большая серединка. Ну давай палочкой делай там такие, как пыльца у нас получается. Теперь катаем колбаски, делаем такие стебельки. Вот такой вот у нас красивый букетик получился. Один шарик, такую лепешечку разминаем и ее прицепляем на наш листик. У нас тут будет такая божья коровка. Лапка. Вот такая божья коровка прилетела на наш букет.